Так вот, попробую вам снять видео. Вот у нас панели как раз из этих цветов. Почему-то вот он уходит в серый. На самом деле он более насыщенный черного цвета, но вот именно свет так падает, что он как будто серый кажется. Как еще по-другому снять, честно говоря, не знаю. Вот возле окна у нас панелька стоит. Может, здесь получше будет. Это первый цвет. Соответственно, между ними черный и вот третий цвет. Тут у нас очень много из этих цветов сейчас. Вот подальше третий цвет. Черный, вот опять же от окна отходишь, он становится на видео серый. Первый. Не знаю даже, как еще это первый. Черный, вот черный хорошо. Да, вот он, да. Вот здесь, вот, да, отличный кусок. Вот передает, вот, наконец-то. Вот такой черный. Кое-где, естественно, он светлый, потому что в любом случае оттенки где-то темнее, где-то светлее. Вот это третий. Черным проложено. И вот это у нас опять первый пошел. Дальше опять черный пошел. Видите, кое-где вот есть более светлые кусочки.